те, кто первое место хоть занял, чтобы они в курсе были, их коллеги, соратники, кто первое место занял? А теперь, Антон. Антоха. Антон. А теперь можно на руках и можно разговорной речью рассказать? Можно на руках тоже. Расскажи нам, что тебе больше всего понравилось в Москве? Какая интересная как вы думаете, Антон, клоун?